Теперь о рабочих профессиях в Чувашии. Открылся 8-й региональный чемпионат WorldSkills Russia. Я в рабочий пошел, пусть меня научат. Учат профессии, совершенствуют навыки как раз на таких конкурсах. Техникумы и колледжи в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Цивильске стали площадками регионального чемпионата. Хотя его можно назвать межрегиональным. Заявки подали 400 молодых ребят из Республики Татарстан, Московской, Нижегородской, Самарской, Тульской областей и города Санкт-Петербург. Благодаря формату WorldSkills Russia задан новый стандарт среднего профессионального образования. Оценивать работу будут более 400 экспертов, заявлено 63 компетенции. Впервые в этом году будут состязаться мастера старше 50 лет, сварочные технологии, кирпичная кладка, сантехника, отопление, дошкольное воспитание и предпринимательство. Вот поле деятельности опытных конкурсантов. Их работы обязательно посмотрит молодежь. Благодаря таким соревнованиям возрождается институт наставничества. Это важный аспект в рабочей среде.